продуктовый набор вам доставят. Ой, спасибо вам большое, федеральный. Спасибо вам большое за заботу о пожилых людях. Тамара Дворцова встречает гостей. С Ириной Низамовой они знакомы хорошо. Женщина – социальный работник, вот уже 10 лет, 2 раза в неделю помогает пенсионерке. Тамаре Михайловне 74. Из дома во время самоизоляции она не выходит совсем. Всю жизнь проработала портнихой, а сейчас без дела скучно, хочется быть полезной. Она вызвалась шить маски. Она принимала в первое время участие нам и шила маски. Я ей очень за это благодарна. Хотя нам выдают, и на работе нам выдавали. Но она говорит, мне же скучно, Ира. Можно я помогу вам? Я говорю, пожалуйста. Тамара Дворцова попала в списки пенсионеров, которым доставляют наборы товаров первой необходимости по всероссийской акции «Продуктовая помощь». В пакете все самое необходимое – макароны, гречка, спички, мыло, сахар и другие продукты. На Самару выделили 14 600 таких наборов. Их передадут одиноко проживающим пожилым людям. Будут соблюдаться все меры безопасности. Волонтер будет у нас в маске, в перчатках, в определенном обмундировании, что это будет видно, что это волонтер. Но перед этим обязательно волонтер проходит у нас, так сказать, тестирование. Ему меряется температура, значит, спрашивается о его самочувствии. Все данные заносятся в журнал, обрабатываются его руки и выдаются дес-средства все. Мы не заходим в квартиру, максимально дистанцируясь, отдаем продукты на лестничной клетке. Вот. Ну, меры вынужденные, люди также относятся с пониманием, вот. Поэтому стараемся не подвергать никого опасности. Раздавать продуктовые наборы людям старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании, волонтеры совместно с соцработниками планируют в течение апреля-мая. Мария Левина, Максим Гусев, события.